О-хо-хо-хо-хо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что это нас тут ждет такое? Окруженная тишиной. Босс, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Да я уже нашел. Ох, ёперный. Фига себе. Неплохо, неплохо это она. Интересно, а если я поползу здесь, она меня увидит? Ну, вроде бы как нет. Сейчас попробуем с другой стороны тогда. Теоретически можно даже, наверное, прямо к ней прийти. Ну, теоретически. Но кто знает. Попробовать, что ли? Проползем на всякий случай здесь вот так вот ползком. Надеюсь, это просто полоска ХП ее так вниз опускается. Вау. Them, в смысле не буду? Я помечал ее, ребят. Ребят, я ее помечал. Еще как помечал. Может, она там все-таки так и осталась, нет? Отсюда она меня не видит. Хм. Неужто это второй The End? Если кто не знает, в Metal Gear Solid 3 был такой босс, звали его The End. Это, так скажем, типа прародитель снайперского дела. И с ним тоже была очень интересная схватка. Правда, первый раз, когда я с ним сражался, все закончилось достаточно быстро, я просто за ним бегал. Но... Правда, это все фигня. На самом деле, такое почти никогда ни у кого не было. Но зато при втором прохождении мне пришлось повозиться очень и очень не слабо с ним. О, вон, я ее вижу. Она даже напевает. Если вы слышите. Вон она. Вон она. Но она вроде бы нас не видит. По-прежнему. Блин, это плохо. Ох ты ж, ядрен батон. Вот это было плохо сейчас. Это было очень плохо. Как она меня вдруг увидела-то там, а? Ну вот тут она меня сейчас точно не должна видеть. Теоретически, у нее, видимо, тоже отдельно полоска ХП и отдельно полоска выносливости. И это, видимо, как и в третьем тоже МГСе. Можно босса победить и сбрив, скажем так, всю полоску выносливости у него. Давайте попробуем. Вдруг получится.
вообще теоретически можно попробовать, скажем так, прикольнуться и запросить сброс боеприпасов прямо на нее. Теоретически это возможно. Теоретически. Ага, вижу, видел, где она. Я ее слышу, но не вижу. Нет, она на втором где-то этаже, либо на третьем. Жалко то, что вот она пропадает. Ага, все, кажется, я ее увидел. Блин, она ж меня отсюда увидит теперь, да? Вопрос интересный. Как им же теперь быть? Попробуем сейчас развернуться. Ну, она не попадает, судя по всему, пока я бегу. Это радует. Это очень радует. Блин, вот с этой стороны она теперь вообще меня всегда замечает. Это неприятно. Это очень неприятно. Я хочу к ней подобраться как можно ближе. Ну-ка. Одно попадание есть. Я ее слышу. Все, она куда-то забралась. Please select a drop point. Supplies requested. Но она где-то в том направлении. Вон она. Замечательно. Сейчас песчаная буря придет, и мы прямо к ней побежим. Неужто она будет и сквозь песчаную бурю видеть? Не видит. Замечательно. Нам куда проще тогда будет до нее добраться. А мне вот интересно, до нее именно прям вообще можно будет дойти? Давайте попробуем. Вот она. Ух, ё! Ну, вообще, это было прикольно. Правда, я не понял, почему я не мог ее, допустим, в захват взять, что меня не сильно порадовало.
Ну, да ладно. Так, теперь ее главное найти. 6 утра. Она нас теперь точно будет видеть. Так, где-то в том направлении было. Нет, я ее все равно не вижу. Сейчас найдем. Я надеюсь. И вот песни ее выдает, но я что-то не могу ее теперь снова найти. Да зашибись, спасибо. Я ее слышу, как она поет, но вот где она? Так, сейчас, ее главное пометить на самом деле. Ага. Вон ты где, мадемуазель. Вот опасно я сейчас сделаю. Безумно опасно. Но она, походу, не попадает. И это тогда просто замечательно. Да, она так не попадает. Да, по-моему, не только сказать, я тебя сейчас убью, она еще и поет. Что в результате ее слышно. Ну, правда, не вот прямо сразу слышно, но слышно. Я хочу ее все-таки из транквилизатора победить. Но это пипец долго, если честно. Хотя, на удивление, днем она меня тоже не сильно хорошо видит, вроде бы. Хотя, конечно, зря это сказал, потому что она меня сразу увидела. Прям мгновенно, я бы сказал. Интересно, а тут она меня увидит, нет? Вроде бы нет, это хорошо. Сейчас где-нибудь вот здесь вот аккуратненько вдоль стеночки пойдем, поползем. Но она нас здесь не видит. Из-за камня, за которым она там как раз спряталась. Так что можно попробовать сейчас здесь вот так вот аккуратненько прокрасться. Блин, ну куда ты? Услышала, заметила нас. Это плохо. Но она нас все еще не видит здесь. Где же ты тогда? Я ее слышу, она значит не то чтобы уж прям очень далеко убежала. Ага.
вижу все равно, откуда стреляет. Вот прям вообще не вижу. А, вон она где. Давай, 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 здоровье восстанавливай, Снейк. Сейчас попробуем. Сейчас аккуратненько. Попал. Замечательно. Опа, совсем сбежала сразу же. Слишком близко подобрался я к ней. Ну, мадемуазель, куда мы убежали теперь? Куда мы теперь смылись? Ага, где-то там. А, вон она. А без понятия, насколько она хорошо меня сейчас будет видеть оттуда. Но пока вроде бы не видит. Попробуем обойти ее по кругу. Блин, она опять убегает. Ну что ж, ладно, попробуем. Попробуем. Так, она меня не видит из-за камня, поэтому пойдемте напрямую теперь. Вообще сейчас не видит меня. И там камушек как раз еще наверху, за которым она и сидит там. Вообще, давайте попробуем. Раз уж на то пошло. Прямо на нее сбросить. А-а-а. Ну куда ты убегаешь, а? Засранка ты маленькая. Supply drop complete. Надо просто как-то до нее все-таки добраться. Блин, нет, так не получится. У нас есть теоретический шанс. В нее попасть раньше, чем она по нам. Попал? Вроде бы нет. Да, попал. Так, куда ты у нас бежишь, мадемуазель? Ох, ты прям на меня. Ну, я тебя видел, мадемуазель. Но ты уж слишком близко подобралась. К нам. Сейчас будет бросать гранату, наверное, да? Как всегда. Ну-ка, 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 куда? Ай-тя-тя-тя-тя. В
принципе, сейчас намного лучше стало все получаться. Так, вот где ты? Я тебя не вижу теперь. Ага, все увидел. Попал, замечательно. Так, бежит, бежит, бежит. Ага, понял, понял где. Ну вот если она так и дальше будет бегать, я только буду рад. Блин, ладно. Только один патрон на нее так тратить лучше. Так, куда она у нас? Куда? Радуга? Серьезно, да? Ты что там делала в воде? Вот модель, ты что там делала? Она прям за камнем теоретически. Да, вон она. Эть, попал. Давайте за патронами сбегаем и поищем ее потом. Патроны, патроны. Как раз вместе с глушителем здесь и находитесь. Так, теперь ее найти надо. Ну, судя по всему, она не очень далеко убежала. Только я ее все равно не вижу. Квайт, где же ты? Я перестал ее слышать, если честно. Привет, хомячок. Где же она, блин? Ага. Так. Вон она, да? Замечательно. Ох, ё. Слишком долго простоял. У меня больше половины уже сняли. Это вообще как бы прекрасно. Так, ладно, сейчас попробуем. Правда, я не попаду, вероятнее всего. Ну, чем черт не шутит. Ну, в принципе, зря пытался. Да, вон она убегает теперь. Смотрим. Не, она прям рядом. Опять убегает. Прям совсем-совсем рядом, по-моему, где-то. Вон она, я ее увидел по отблеску прицела. Она там, короче. Я ее видел. С позиции Снейка ее, правда, по-прежнему не видно.
Точнее, из его глаз. Во. Ну, давай, где ты? Попал. Давай, 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 давай. Куда ты бежишь, мадемуазель? На. Прям чуть-чуть осталось, по-моему. И она будет наша. Так, куда ты на этот раз побежишь? Но я тебя видел. Нам. Попал. Да. Так я ее и не убивал, как раз таки. Растение. Ну, здравствуй, мадемуазель. Добегалась. Ты что, только что говорил, что не надо? А, вот, Целот это говорил. She works for Cypher. We don't even know the extent of her abilities. She is not setting foot on this base. Good word, boss. Can't believe you took her down alive. Now bring her back here. Let's find out what she really is. This is too dangerous. Kill her. Don't bring her to our home. This is the boss's decision. I'll send the extraction chopper. Boss, you know I've always got your back. But if you bring her here, I'll just have her killed. This is B-Quad. Вот так вот. На самом деле я просто пошел выполнять дополнительные задания. В начале которого мне сказали, что появился снайпер. А в конце концов все свернулось вот... Точнее, повернулось к этому. Офигеть. Естественно. Вообще круто, мне понравилось. Это очень напоминает, на самом деле, схватку Zend из Metal Gear Solid 3. Прям очень. Только здесь, наверное, немножечко покруче даже, я бы сказал.
the line, huh? Shame. She's one of a kind. Fine by me. We don't need her type. Boss, we need to talk. Get back to base. Everything else can wait. One bogey on our six. Steady at 0.4 miles. It's tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger. We'll shake it off. She's setting foot on this base. Boss, she's with Cypher.
Thermals! You are going to regret this. That woman... I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. About the sniper you extracted, quiet. We set up a cell for her on the medical platform. The medical team is looking into her abilities. I'll let you know if they learn anything. And boss, leave Miller to me. If we manage to get some intel out of quiet, that should satisfy him. В общем, не знаю, мне эта игра нравится все больше и больше. По причине того, что я, казалось бы, просто... пошел на дополнительное задание и взял с собой снайперскую винтовку впервые за это время. И черт побери, в это время вдруг появилась как раз Quiet, и вот из-за того, что я совершил вот этот вот самый крюк, из-за того, что я высадился фиг знает в каких далях, мне помогло это. Я ее встретил, и в результате отправка на одно дополнительное задание привела меня к совершенно другому. И как по мне, это очень круто. Прям просто безумно круто. Ну, я думаю, на этом закончим эту серию. Спасибо всем большое за просмотр. А на этом я с вами попрощаюсь. Желаю вам удачи. И пока.